Картина «Вечер в Каире» создана великим, знаменитым на весь мир живописцем Иваном Айвазовским. На полотне изображен панорамный вид на самые захватывающие легендарные места в Каире. Перед нами на картине город Каир. Небо понемногу темнеет, и еще чуть-чуть, и он погрузится в сумерки. Окутанный теплым вечерним светом, шедевр мастера поражает величием предзакатного вида и точными топографическими деталями. Уходящее за горизонт солнце раскрашивает небосвод медово-розовыми красками. В центре картины видны люди. Все это создает атмосферу умиротворения и спокойствия, которая позволяет зрителю окунуться в мир красоты и гармонии. Картина «Вечер в Каире» – это настоящее произведение искусства, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. На переднем плане картины зрителю открывается вид на дом, выполненный в египетском стиле. Плоская крыша и маленькие окна защищают его жителей от привычной для климата этих мест жары. Просторная каменная площадь вокруг строения усеяна местными жителями в ярких традиционных нарядах. Каждый из них занят чем-то простым и обыденным, что зритель невольно попадает в атмосферу погружения. В середине площади юные девушки приковывают взгляды прохожих своими танцами. Если взглянуть чуть дальше, то зрителю открывается вид на Каир в мельчайших деталях. Множество строений, жилые дома, соборы, башни стоят окутанные сиреневой дымкой. Пышные зеленые деревья и раскидистые пальмы дополняют все это великолепие. Пейзажи, созданные Айвазовским, поражают своей реалистичностью и захватывают дух даже до самого искушенного зрителя. Люди, смотрящие на его картины, могут почувствовать дуновение ветра, теплоту воздуха, благоухание растений и даже услышать плеск воды, благодаря его уникальной манере исполнения.